Это мой первый обзор, так что просьба не судить меня строго. Обзор на фильм «Логан». И надо сказать, что фильм получился на и отстойнейший. И вот почему. Да, понятно, крутые драки, крутые спецэффекты. Ой, но как же так-то, блин? Чарльз Ксавьер, человек-мутант, который создал вот эту самую знаменитую школу, где там под баскетбольной площадкой, это мне всегда лично нравилось, спрятан самолет, и Росомаха, брутальный Хью Джекман, погибают фильмов. И если Хью Джекман, ну, погибает так героически, можно сказать, то вот за Чарльза реально обидно. Он в начале, да и во всем, на протяжении всего фильма страдает Альцгеймером. Да, старик совсем, ну не совсем, но, надо сказать, съехал с катушек. И умирает он не как величайший мутант, если так можно выразиться, нашего времени или житель планеты Земля, а как и вот простой старикан, который попал в перестрелку или в драку. И как-то это все срежиссировано, но очень-очень-очень плохо. В итоге фильм получила мою личную оценку вот такую. На него не стоит тратить ни времени, ни денег. Но даже в таком фиговом фильме есть все-таки приятная сцена. Однако, чтобы ее дождаться, надо досмотреть титры до конца. Итак, давайте-ка разбирать эту сцену поподробнее. Ну, вы все узнали в этой сцене, конечно, уже отсюда, и наверняка поняли смысл всего происходящего. То есть Дэдпул воскресил Росомаху, но все равно есть несколько вопросов. Во-первых, воскресил ли он таким же образом, как Росомаху Чарльза? Это первый момент. Второй момент. Ну, понимаете, ну даже будь ты хоть 158 мой такой сильный мутант, у тебя в печени вот такая вот пробоина от металлической штуки, и простым шприцом и это не лечится. Я понимаю, что это Голливуд, а простым шприцом и это не лечится. Это вообще как, ну будь там хоть, я не знаю, какой-нибудь лекарство, уж прям суперское, все равно вот такая пробоина, чувака, ну я не знаю, надо как-то, то есть Логана, надо сшивать там, ну никак не вколоть ему еще зачем-то в шею какой-то шприц. А музыка это вообще то ли из бригады, то ли из «Бой с тенью». Фейк, не фейк, не знаю, но тем не менее эта сцена мне понравилась, и в принципе она подходила по смыслу всего происходящего в фильме «Логан». Но еще раз повторюсь, да, красивые там драки с участием Хью Джекмана есть, но в целом фильм наиотстойнейший. Наиотстойнейший решили пойти по принципу, по такому как дорожное приключение, но я считаю, что в дорожных приключениях круче всех это, конечно же, сверхъестественный рыцарь дорог, потому что они вне конкуренции. Ну, еще можно вспомнить такой хороший фильм, как Мэд Макс, Безумный Макс. Но Логан явно не из их числа,
И вообще, вот я вспоминаю, как там финал мультсериала «Люди Икс», где там на космическом корабле, когда умирал Чарльз Ксавье, где там на космическом корабле так выстроились его все воспитанники рядом с медицинской капсулой, и он такой лежал, и он действительно умирал, и он такой говорит: «Вы теперь продолжите мое дело, вы стали, короче, там полноценными», ну как он выразился-то, в общем, членами братства мутантов, то да сё, и они такие ему, и он в это время умер. Вот, учитесь, учитесь, дорогие режиссеры, у других режиссеров, которые снимают не на такие уж большие деньги по меркам Голливуда, как надо снимать эту сцену. Да. Спасибо за внимание.